Эхинацея – красивое растение. Помогает не только поднять настроение при взгляде на нее, но и поможет при многих заболеваниях, так как это растение обладает полезными качествами, не дающими размножаться вирусам, бактериям, инфекциям. Эхинацея имеет противовоспалительные свойства, применяемые при простудах, ангине, ОРВИ, гриппе. Но применять эхинацею можно только, когда растению исполнится 2 года. Эхинацея – многолетнее растение, и польза будет увеличиваться с годами. Для лечения можно использовать все растение. Хорошо сделать отвар, которым можно лечить язву желудка и восстановить функцию сосудов. При этом артериальное давление придет в норму. Как приготовить отвар? Растение, которое, конечно, хорошо иметь у себя в саду. Я сделала небольшой сюжет о эхинацее и предлагаю вам посмотреть. Приятного просмотра! С вами была Екатерина Снитко.